Здравствуйте, с вами канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам про японского бобтейла. Молодая и редкая порода кошек, японский бобтейл, распространена на своей родине в Японии и в Соединенных Штатах Америки. В других странах встретить ее достаточно сложно, в России эти кошки представлены в малом количестве. Эти пушистые красавицы и красавцы были привезены в Японию из Китая. Сначала они были питомцами исключительно богатых людей, но чуть позже, когда в стране случилось нашествие мышей, появились практически в каждом доме. Японские бобтейлы имеют хорошо сложенное тело средних размеров. Вес у представителей породы обычно составляет от 2 до 4 килограммов. Стандарт породы допускает любой окрас, но чаще всего встречаются белые японские бобтейлы с рыжими и черными пятнами. Отличительные особенности этой породы – то, что порода восточная. Они должны быть утонченные. Задние ноги длиннее передних, постав ног буква Z, как бы голова треугольной формы, большие уши, большие раскосы, раскосы поставленные глазки. Японские бобтейлы – дружелюбные, любопытные кошки. Они отлично уживаются с другими животными и хорошо ладят с детьми. Представители породы любят активные игры. Характер – это по привязанности кошки-собачки с характером ангела. То есть они очень добрые, очень игривые, ориентированы на человека, очень любят человека. Никогда не причинят ни зла, ни ребенку, ну, ни своему хозяину. Очень позитивные. Ну, конечно, они, как и все коты, любят поспать, но покупать надо или двух питомцев сразу, ну, разных пород, потому что если вы уходите на целый день на работу, они очень любят играть, им будет просто скучно, они будут вам все переворачивать в доме, потому что они должны куда-то свою энергию девать. Уход за японским бобтейлом не сложен. Представители породы практически не линяют. Шерсть питомца рекомендуется расчесывать пару раз в неделю. Купать нужно животное по мере загрязнения. Также необходимо следить за чистотой глаз, ушей и зубов кошки, вовремя стричь ей когти. Ухаживают как за всеми питомцами. Но кормление у меня в питомнике натуральное. Я считаю, что на натуральном кормлении другой иммунитет. Большая любовь. Шерсть. У них встречается короткошерстная и полудлинношерстная. Если они получают достаточно питания, витамины, то у них шерсть в отличном состоянии. Полудлинношерстных, естественно, надо один раз, пару раз в неделю вычесывать. А так никаких проблем с ними нет. Короткая шерсть там вообще еще лучше. Средняя продолжительность жизни кошек породы японский бобтейл составляет от 13 до 16 лет. О других интересных породах вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!